Дорогие друзья, слушатели и зрители, здравствуйте. Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона с вами я, редактор Светлана Вишнякова, наши режиссеры Айдын Слепцов, Михаил Эверстов, а в студии гости. Республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения в лице специалистов. Педагог-психолог отдела ранней диагностики. Ранней диагностики и специальной помощи раннего и дошкольного возраста Алена Громова. Алена, здравствуйте. Здравствуйте. И педагог-психолог отдела психолого-педагогического сопровождения Полина Кривошапкина. Полина, добрый день. Здравствуйте. Спасибо, что вы пришли сегодня в нашу студию. Рада вас видеть. Тема у нас сегодня интересная. Мы будем говорить про кризисы детского возраста и о том, какая ранняя помощь может быть оказана детям. И наш эфир очень актуальный, потому что этот год объявлен годом матери в Республике Саха-Якутия. И пускай наш эфир будет в помощь мамочкам, которые воспитывают маленьких детей и детей-подростков. Начать я хочу с того, что в нашем социуме обычно слово «кризис» употребляется с словосочетанием «взрослый человек» или же вот со словом «подросток», да? А детей маленьких как-то этот кризис вроде бы обходит. Вот сегодня давайте эту несправедливость исправим, потому что кризис, оказывается, может быть у совсем маленьких детей, и истерика или капризы ребенка – это не его прихоть, да, это вот так он устроен. И чтобы это понимать, конечно же, нужно общаться со специалистами, которые знают про это абсолютно все. Вот, Алена, расскажите, пожалуйста, какой самый ранний кризис у ребенка или о каком кризисе сегодня мы будем говорить, раннем кризисе, и как ведет себя в этот момент ребенок, и как должен вести себя родитель? Угу. Ну, как вы ранее упомянули, то, что ребенок начинает вот капризничать, истерить, это, как правило, возраст трехлетнего ребенка, возраст такой именно критичный, да, кризис трех лет. Как проявляется это у ребенка? Обычно дети в этом возрасте, в раннем возрасте, они истеричны, капризничают, не слушают родителей, говорят все, я сам, я хочу, я могу, да? И это же очень хорошо, что вот ребенок сам хочет, да, все делать. Это же, ну, вообще для психологии отлично, то, что у него есть энергия и есть желание узнавать этот мир и пробовать на вкус его. Да. Это есть, но, к сожалению, дети в этом возрасте не на все способны. И вот их желания иногда не реализуются. То есть, да, невозможно реализовать, потому что опасность будет. Да. В силу его возраста. Также в этом возрасте и кризис у родителей бывает. То есть сложности. Да? Если мой ребенок, например, истерит, бунтует, плачет, не слушается, все по-своему делает, то тут сложности и у родителей возникают. Да, как правило, если ребенок наш истерит в общественных местах, в магазине, например, он лег демонстративно, начинает просить игрушки, кричать, то в этот момент у родителя, как правило, когда ребенок плачет, у него начинается вырабатываться гормон, кортизол, да, гормон стресса. И в это время родитель то есть теряется иногда тоже сам. Вот смотрите, как успокоить своего когда такие ребенка. Случаи происходят, вот из того, что информация я читала, да, что говорят, что это вот недоработка родителя, вот родитель как-то ребенка избаловал, и поэтому он или, допустим, мало внимания уделяет, и поэтому ребенок, когда оказывается в каком-то вот людном месте, чтобы получить, добрать это внимание, еще больше он себя ведет вот так. А на самом деле это не про это вот такие возрастные особенности. Это кризис трех лет. Да, кризис подразумевается именно как точка роста, то есть изменение в организме ребенка. Если ребенок до этого мир кружился возле него, да, то он в этом возрасте уже понимает, что это он кружится в мире, да, то есть он действует, какие-то его действия именно то есть он не может что-то взять, допустим, да, свой выбор делает, а родитель ему не позволяет, то есть нельзя, не трогай, контролирует всегда. Ну, какое-то авторитарное поведение, если в семье есть, то это именно обуславливается бунтом ребенка, то есть он бунтует,
сопротивляется, какой-то вырабатывается негативизм. Из-за этого у ребенка вот именно капризы, крики, истерики бывают. Но в каких-то странах же вообще запрещают говорить ребенку нет и нельзя, все можно, и ребенок, он вообще там в приоритете. Это mm-hmm. правильно, тогда можно избежать кризиса, но опять же, это нагрузка для родителей. Mm-hmm. Ну, это учитывая тоже возраст. Конечно, никто из нас и из детей нет таких, что не прошли этот кризис 3 лет. Это обязательно. У некоторых просто по-разному он проявляется, и в разном возрасте, от 2,5 до 4 лет проявляется. Не ровно в три года. У девочек чуть пораньше может проявиться этот кризис 3-летний. То есть как бы ни вел себя родитель, все равно кризис будет? Или это ответная реакция на запреты? Нет, кризис все равно будет. Задача родителей именно помочь ребенку, понять его, всегда слушать его мнение, как-то немножко подстраиваться под ребенка, помогать ему, любить такой, как он есть, обнимать, гладить и так далее. А что делать родителю, когда ребенок вот так себя повел, допустим, в людном месте, лег на пол и требует игрушку в магазине, например, ага. или где-то в гостях, что-то он хочет, ему непременно нужно это получить. Как родителю быть в этой ситуации? В первую очередь надо договориться с ребенком. Как он лежит и кричит? Перед вот именно заходом в магазин, перед походами. Заранее. Да, угу. заранее. Что мы выбираем только одну игрушку, допустим, и ты купишь только эту игрушку, которую ты выбрал. И родитель сам должен именно вот выполнить свое обещание. И говорят психологи, да, что у ребенка на руках должна быть что-то должно быть игрушка, чтобы он зашел. Это может быть его любимая игрушка, и давать выбор, когда он выбирает, например, игрушки, не перечислять. Ты хочешь это или это, а давать выбор из 2 предметов. Ты хочешь куклу с белыми волосами или куклу с розовыми волосами, чтобы у ребенка был выбор именно. Этот выбор он делает сам, самостоятельно, что очень важно для вот 3-летнего ребенка, когда он сам выбирает. Когда с ним, как со взрослым тогда получается, да, на равных как будто бы, да, общаешься. Да. Хотя говорят, наоборот, каким-то другим методикам нужно постоянно все равно вот эту дистанцию взрослый и ребенок сохранять, держать, то есть не... Если ребенку первый раз, например, да, предоставили такую возможность поистерить в магазине. Родитель пошел у него на поводу и купил то желаемое, например, да, ну, ту же игрушку, машинку, там, куклу, сладости. То в следующий раз он уже будет так же себя вести в магазине. Поэтому сразу нужно пресекать, да, говорить, что нет, мы сегодня покупаем только то, что ты вот хотел. Если уже, например, ребенок начинает истерить и в следующий раз, то значит опять нужно дома поговорить, что так следует, не следует вести себя на людях. Иначе он будет манипулировать вами. Ну, да, mm-hmm. если первый раз у него получилось, конечно, у него уже сохранится такой алгоритм, что mm-hmm. вот только таким образом он может получить свое. Это вообще тогда нужно перед самым первым походом в магазин садиться и разговаривать. Уметь договариваться с ребенком. А деньги в каком возрасте ребенку можно дать, чтобы он сам себе пошел на вот кассе подошел и сам купил себе игрушку? Mm-hmm. И нужно ли это делать? Смотря еще какой ребенок, от его особенностей можно, да, может быть, зависеть. Это можно и в 5 лет дать, например, дать мелочь, чтобы он купил себе чупа-чупс. Но это делается не под наблюдением взрослого. А это нужно вообще делать или нет? Или достаточно того, что пока ты маленький, пока ты деньги не зарабатываешь, есть вот родители, которые оплачивают? Или наоборот, это что-то для ребенка, как какой-то вот опыт полезный? Конечно, это опыт полезный, потому что таким образом ребенок научается, приучается знать, что такое деньги, как тратить, сколько это может быть стоить. Например, это в первом классе, да, может знать, что та или иная вещь может стоить, например, такую-то сумму. Если у него меньше денег, он уже будет считать, что нужно экономить и так далее. То есть таким образом тоже и ответственность развивается, и самостоятельность. То есть не скажу, что прямо уж совсем в маленьком возрасте можно давать деньги, чтобы он ребенок купил, да, но по мере взросления нужно учить ребенка
тратить, покупать то, что ему необходимо. Вот еще вопрос про деньги интересный. Некоторые родители детям платят, допустим, за... Ну, как раз мы перешли от 3 лет, да, к более взрослому, там, к 7-летнему возрасту, или чуть старше, когда родители оплачивают домашний труд ребенка, допустим, что-то помог по хозяйству, либо хорошие отметки обозначают какую-то сумму, и ребенок копит эту сумму. Верно ли это? Нужно ли это? Или это как-то вразрез с вот, тем, как надо? Ну, некоторые специалисты считают, да, психологи, что за выполнение домашних обязанностей ребенок не должен получать деньги, потому что он это делает ради себя, ради своих родных, близких. Он в этом доме живет. Ну, а за учебу, конечно же, можно дать какую-то небольшую сумму, как стипендию, например. А какие суммы вообще, вот с учетом сегодняшних реалий, будут правильными для ребенка? Все зависит, наверное, от бюджета, да, родителей. От бюджета родителей. Ну, конечно, очень крупные суммы в начальных классах, например, в 7 лет, да, в 5 тысяч, это, конечно, очень большая сумма, 1000 даже, очень много. Поэтому достаточно ребенку тратить ту сумму, которую он может позволить себе, на эту сумму, которую может позволить себе купить вот сейчас. Если же ребенок уже научается копить деньги, это очень хорошо. Он уже будет знать, что если я не потрачу сегодня вот эту сумму, значит, у меня завтра будет больше денег. Значит, у меня через неделю будет возможность купить машину побольше, подороже, получше, например. А вот гардероб подростков, он, конечно же, вызывает часто противоречия, да, с тем, как родители видят своего ребенка. А как правильно все-таки идти на уступки и, допустим, приходить в магазин и покупать ту одежду, которую выбирает ребенок? Или как-то вот направлять, чтобы это было, ну, в каких-то рамках, которые видят родители? Подростки, они самоактуализируются, может быть, да, самовыражаются таким образом, чтобы показать себя, свою индивидуальность именно стилем одежды, какими-то аксессуарами и так далее. Если у него сейчас стиль одежды свободный, и он хочет одевать вот такие вот черные брюки, а не же темно-синие, которые требуют в школе, ну, конечно, почему бы и нет. Но тут тоже зависит от того, да, если школа требует определенную форму, значит, он должен следовать ей. А в свободное время почему бы и не надеть ребенку ту одежду, которая ему удобна и нравится? Ну хорошо, если так можно договориться, и если есть и взрослые, которые могут понимать, что ребенок так самовыражается, с учетом и длины волос же, ну, не всегда таких понимающих взрослых встречают подростки. Я знаю много историй. Мы продолжим говорить о кризисе возраста и детского, и подросткового буквально через 2 минуты. И очень скоро вернемся. Не теряйте нас. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. В нашей студии психологи Республиканского центра, психолога медико-социального сопровождения Алена Громова и Полина Кривошапкина. И мы сейчас продолжим говорить о том, какие проблемы могут возникать в тот период, когда ребенок растет. Вот меня все-таки больше вот к подростковому возрасту, потому что, наверное, все-таки такой вот стереотип, что там сложнее всего. Ведь в этом возрасте начинают дети все равно пробовать какие-то там вредные привычки, табак, алкоголь и, возможно, что-то посерьезнее. Как родителям в этот момент стать ребенку, ну, не знаю, каким-то человеком, которому он сможет доверять, да, и как-то не усугубить это, а наоборот ему показать, что здесь в семье его поймут, услышат и не будут его там как-то, не знаю, ругать, третировать. И слушателям и зрителям я хочу напомнить, что прямой эфир, телефоны 320066, 321166. К моему вопросу мы вернемся. У нас есть вопрос слушателя или зрителя. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Самый уважаемый мой редактор Светлана Вишнякова. Спасибо. И Алена. Валерий Иванович Ангаласкиволу. Валерий Иванович, спасибо, уже соскучилась. Давно не слышал ваш голос. Светлана. Да, и я вас давно не слышала. Рада вас слышать. Слушаем вас. Да, я тоже соскучился. Очень приятно. Алене, вот я хочу. У вас такая хорошая беседа идет. Вы друг друга здорово понимаете. Никаких даже, по-моему,
Здорово, беседа хорошая про детей. У меня тоже есть дети, есть внуки, поэтому я хотел тоже вот подключиться к вашей беседе и кое-что маленько разрешите, Светлана. С удовольствием разрешаю, пожалуйста, слушаем вас. Алена очень хорошо описала, все правильно. Вот, ага, спасибо большое. Я вот хотел сказать, что я воспитываю дочерей, и у меня внуки, девочка, мальчик. И вот только я хочу сказать, может, кому в пользу пойдет. До 3 лет кризис, это действительно есть такой, существует детей. Но вот я так на своем опыте, если скажу, что с ними надо только играть и беседовать. Mm-hmm. Только играть и общаться. Вот, общаться и играть. Вот что детей поднимает, понимаете? Играть, все в игру превращать. И как будто вот это все по-настоящему. Они любят играть с утра. Как проснуться, играть и общаться. Только говорить, говорить, говорить. И они играть любят. Вот эта игрушка так, вот это так. Я даже из колбасы делал зайца и говорил, вот давайте зайчика убили, сидим на охоте. Они радуются, едят. Поэтому я говорю, что только общение помогает. Только общение. И они начинают... Никаких капризов не было. Честное слово. Вот я сколько... Мне сейчас 75 лет, я прожил ни у детей, ни у внуков, ни у кого капризов. Никогда я не замечал ни играть и общаться. А насчет денег я хочу рассказать, вот может люди слышат, конечно, эфир слышит. Я как-то их после их цеха повез на УАЗике, а им по 4 годика было, девочку, мальчика. И мы, я говорю, экологию очистим, соберем бутылки пустые тары. Люди пили там всяко, бросали. А мы их соберем сейчас на протоке, на речке помоем и сдадим. И мы поехали, помыли бутылки, сдали. Ой, смех был. Жалко, что тогда телефона видика не было мне заснять. И они мыли, старались все сделать, и сдали мы пункт, и получили деньги. У них у обоих на руках деньги, куча денег, ну, много сдали, 3, 4, 5 кулей мы собрали. И они эти деньги, не знаю, смотрят друг на друга, и они говорят, дедушка, а что мы с деньгами будем? Ну, это ваши деньги, вы же заработали. И у них ни карманов, ни кошельков, ни сумок. Я пакет взял, этому пакет, тому пакет, и поехали. Они смотрят на друга и молчат. Ну и потом они, я говорю, распоряжайтесь как хотите, вы же заработали. Вот так деньги зарабатываются, говорю, вот так работают люди, экологию очистили, товар получили, все. И они потом маленько так остепенились, стали то покупать это. А потом я им объяснил, говорю, вы если деньги не знаете куда девать, давайте вот эти деньги положите у себя, потом будете мне под проценты давать. У меня денег, говорю, мало, а вы мне под проценты будете давать займы. Они говорят, что это такое займы? Я говорю, ну, ты дал мне 10 рублей, а я тебе 20 отдам. Ты мне за 20, я тебе 40. И они потихоньку научились, что Машка, что Витька. И начали бабушки и дедушки под проценты давать. Мы просим специально, говорим, дай под процент. И они научились деньги ценить, научились уважать. Вот, Алена, про что ты про деньги говорила, Светлана. Вот так вот детей приучаешь к ответственности. Они все своими мозгами, своим сознанием должны дойти. Поэтому только общение, только игра и только вот прямо естество должно быть, напрямую. Все, спасибо большое. Вам спасибо огромное. Да, внимание и любовь самое вот важное. Это хороший такой пример. И прям уже такой навык, да, общение, делать вклады. Mm-hmm. Прям такой уже банк дома. Здорово. Я очень люблю, когда к нам присоединяются наши слушатели, особенно вот Валерий Иванович. Всегда он так по-доброму что-то расскажет, посоветует, что-то спросит. Давайте вернемся вот к моему вопросу. Что делать? Не очень веселые истории, когда, да, они такие хорошие и добрые. Когда, может быть, родители в какой-то момент упускают внимание, вот тот момент, когда внимание ребенку нужно, и он за этим вниманием, может быть, вот идет на улицу, там ему теплее, там лучше, и боится быть белой вороной, и, например, пробует алкоголь, табак, так же, как все в компании, ну, а может быть, не знаю, просто пробует, да. Как в этот момент родителям ребенка все-таки расположить к себе, потому что если ребенок встретит какое-то порицание, он наверняка еще больше будет в эту зависимость проникать. Ну, подростковый возраст – это один из таких ярких, наверное, кризисных моментов у подростка, у ребенка. И он характеризуется перепадами настроения, негативизмом, возможно, стремлением к одиночеству, агрессивностью к окружающим. Ребенок подросткового возраста желает закрыться от родителей.
у него появляется такое вот желание быть среди только сверстников. То есть это нормальное поведение, это гормональный такой вот процесс происходит, и это неизбежно. Это меняется и тело, и сознание, и гормональный фон, естественно, тоже меняется. И в этом возрасте, конечно, ребенок пытается, он как бы застревает в положении обиженного, может быть, даже непонятого, которого не понимают, да, родители. И пытаясь уйти из этой ситуации, он может пробовать для своего здоровья опасные какие-то, ну, скажем так, препараты, алкоголь, курение вещества. Начинается и так далее, да. Таким образом, он пытается уйти от зависимости взрослых, своих родителей. Ему не нравится вот этот вот контроль со стороны родителей. Он показать, пытается, что он взрослый, самостоятельный. Он пытается показать себя взрослым, самостоятельным, чтобы с ним считались и меньше контролировали. Вот. И что делать, да, родителям, которые, у которых ребенок, подросток уже начал употреблять или курение, или же алкоголь, например. В первую очередь, конечно же, быть спокойным и поговорить с ребенком. И разговоры с ребенком должны идти всегда, часто. Не только о том, где ты был, что ты делал. Да? Разговоры должны идти по душам. Что хорошо, что плохо. Это должно уже идти с раннего детства. Это мы берем семью, которая, например, сама свободна от алкогольной зависимости, да? А если в семье употребляют тоже алкоголь, ну пусть родители себя не считают алкоголиками, да, там, или зависимыми людьми. Ну, допустим, там праздники, часто торжества, может, какие-то вечерние, да, там вот такие вот променады совершаются с алкоголем. И в таком случае будет странно, если будут родители как-то говорить ребенку какие-то вещи за здоровье, сам употребляя там или табак, или алкоголь. Ребенок, конечно же, перенимает модель поведения от своих родителей, от семьи, от той семьи, в которой он рос и растет. Поэтому желательно, конечно, чтобы родители смотрели за своим поведением в первую очередь, чтобы быть примером для своих детей. Ну, а всегда, естественно, нужно быть, так как родители являются самыми близкими людьми для своего ребенка, нужно быть эмоционально близким своему дитю, например, подростку. Вот, например, какой-нибудь случай, давайте вот такую из жизни возьмем. Вот, например, ребенок попробовал алкоголь, там не рассчитал, домой пришел, от него запах, ну или там табак. Родитель услышал это, понял. Вот что нужно сразу сделать? Конечно, родители, если там возраст, там, не знаю, там лет там, пусть 11, 12, 13, да, какой-то ранний, родитель, конечно же, испугается, будет волноваться и будет тревожиться. Вот как ему себя вести? Нужно, конечно, поговорить с ребенком, выявить причину, почему, что случилось, да, почему он употребил алкоголь, например, выпил или покурил. А если он не будет говорить, если он скажет нет, будет отрицать, нет, от меня не пахнет, все нормально, и будет отрицать то, что он употребил. Следовательно, надо родителю самому проанализировать, что натолкнуло ребенка на такое вот поведение, на такую вот ситуацию, которая создалась в семье. Если же родитель видит отсутствие взаимопонимания между ребенком и с собой, да, членами семьи, нету эмоциональной близости такой. Если ребенок не чувствует психологическую защищенность в семье, он, скорее всего, будет так себя и дальше вести. Поэтому здесь нужно будет родителю обратиться или к психологу в школу, или же в наш центр. Республиканский, да, центр. Кстати, вот как обратиться в ваш центр, где оказывается бесплатная помощь, даются бесплатные консультации как родителям, так и детям. Как вас найти и как к вам обратиться, можем прямо сейчас и сказать. Мы находимся на Ломоносова, 35, коттедж 5. Можно обратиться по номеру 507-113. Это номер телефона отдела психологов. Запись у нас ведется постоянно, в течение 5 рабочих дней. И по мере возможности мы, конечно же, принимаем всех желающих на бесплатной основе. Приятно, как что на бесплатной основе, потому что может ребенок обратиться, прийти, да, у него какие-то сложности. У вас также есть еще ведь и телефон доверия, да, где, куда можно позвонить, и ребенок может рассказать какую-то там свою там историю, задать какой-то вопрос, и специалист поможет.
Или сейчас уже этого нет? Республиканский телефон доверия находится в центре социально-психологической поддержки молодежи. При центре. Чуть-чуть перепутала. Давайте еще про подростков. Вот какие еще сложные моменты. Это когда предстоят экзамены. И тут уже волнуются и дети, и родители, и чья тревога передается больше, не поймешь. Все в таком мандраже. Что происходит в этот момент? И вообще вот зачем нужны эти экзамены? Потому что, мне кажется, дети дополнительный стресс получают. Вот не сам экзамен, а вот предэкзамене вот это время. Как можно помочь ребенку и, во-первых, себе вот, излишне не переживать. Но ничего же не случится на самом деле, если ребенок там чего-то не сдаст. Ведь это не самое страшное. Самое главное, чтобы он был здоров и счастлив. Но родители очень волнуются вот перед вот этими вот всеми мероприятиями школьными. Да, бывает так, что родители навязывают вот эту тревожность к сдаче экзаменов своим детям. Но также это может быть навязывание и со стороны педагогов в школе. Мы продолжим через 2 минуты. Я так увлеклась вопросом, что пропустила, что у нас время сейчас будет реклама, и мы продолжим в 3-м блоке говорить о том, как помочь ребенку во время экзаменов. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. И телефон еще раз напомню: 320066, 321166. По ним вы можете задать вопросы психологам Республиканского центра, психологам медико-социального сопровождения, которые у нас сегодня в студии. Это Алена Громова и Полина Кривошапкина. Мы прервались на вот вопросе про экзамены, про ЕГЭ. Как вот, расскажите, пожалуйста, как помочь ребенку в этот момент? Вы сказали, что тревожность может передаваться от родителей к ребенку, и родитель вот так вот, ребенок, чтобы не расстроить родителя, да, и излишне может тоже, хотя если бы родитель был бы спокойный, то логично, что и ребенок может тоже как-то бы, ну и что? Совершенно верно. Если ребенку навязывается вот эта вот тревожность, да, за сдачу экзамена, за результаты, то, естественно, ребенок будет очень нервным перед сдачи самого экзамена. И также он будет готовиться к экзаменам, скажем так, ну, напряженно, чтобы получить лучший результат. И порадовать родителей. И порадовать родителей. Но не всегда вот эта вот подготовка и тревожность ведут к положительному результату. Так они как раз-таки и мешают, ребенок может отлично подготовиться, а как раз-таки неуверенность, тревожность и страх, то, что он разочарует своих родителей, может ему и отключить вообще всю память. Да. И стоит объяснить родителям, что от исхода результата экзамена не должно отношение к ребенку измениться. Все равно родитель также будет его и любить. И ребенку тоже нужно также объяснить, да, что он будет таким же любимым ребенком для своей семьи, если даже экзамены завалит, например. Мне нравится вот в этой связи, когда вот мы же потом тоже, когда вырастаем, мы же какие-то дела планируем, какие-то планы, да. Мне кажется, самое правильное – это отследить все возможные варианты исхода. Вот, допустим, там этот ЕГЭ, да, взять. Вот, например, ты сдал на такую, там, да, там сейчас оценок нет, там, что ты сдал такой балл, да, у тебя. Значит, то-то, то-то мы делаем. Если вот такой вот исход, значит, вот так вот. Если ты вообще не сдаешь, ну, ничего страшного, значит, вот то-то, то-то. То есть у ребенка тогда будет спектр перед ним различных вариантов, что жизнь не заканчивается, что ничего страшного. У мамы настроение у папы не портится, ну хорошо бы, потому что некоторые родители прям зациклены, чтобы ребенок вот именно вот так все сдал и дальше там туда-то, туда-то пошел и поступил так. В принципе, это не в этом счастье, правда? Ну, возможно, это и желание родителей, самих родителей, да, не самого ребенка. Поэтому главное, чтобы ребенок был, ну, конечно же, нужно, чтобы он и готовился к экзаменам качественно, да, но если перегружать ребенка, то это тоже может отразиться отрицательно на здоровье и психологическом здоровье ребенка в том числе. И может еще потом поступать, если это выпускной. Поэтому что нужно делать для того, чтобы ребенок хорошо сдал экзамены? Можно проводить несколько, ну, такие вот упражнения могу показать, да? Да, покажите. Например, закрыть глаза, сесть в расслабленную позу, расслабить шею, руки, спину, плечо. Желательно опереться на спинку стула или кресла, закрыть глаза и вдохнуть несколько раз. Глубокий вдох сделать и выдохнуть через рот. Вдох делаем через нос. Например, вот на счет
до трех считаем через нос, вдыхаем воздух и через рот выпускаем. Кстати, вот такое еще дыхание, там на счет на раз, два, три, и на раз, два, три, четыре, пять, шесть. Выдох. Еще, да, помогает уснуть, у кого бессонницы. Расслабляет, да, успокаивает. И важно знать, что человек состоит из воды все-таки, да, организм состоит из воды. И если, например, представить себя в виде стакана воды, который вот в волнительном состоянии он плещется, если же человек восстанавливает свое дыхание, успокаивается, то и стакан с водой тоже может не расплескаться. То есть нужно успокаивать себя дыханием, желательно, да, вот так. Ну и можно представить, что держите в руке, например, лимон, разрезанный напополам, и сжимаете правой рукой, например, если берете лимон, то вы сжимаете его до тех пор, пока, до счета трех, например. По-настоящему брать лимон и выжимать? Или представлять? Представляете, а потом отпускаете руку. Угу. То же самое и левой рукой. И так можно проводить. А что это дает? Раза. Мышечное напряжение снимает. Сначала напрягаемся, потом расслабляем. Да. Ну и в школах, да, в школах, почти в каждых школах есть психологи, которые тоже помогают выпускникам школы сдавать экзамены. Именно вот подготовка психологическая подготовка к экзаменам. Сдача экзаменов называется. И они тоже проводят различные упражнения, занятия с элементами тренингов или тренинги, где обучают детей тоже быть спокойными, как сдать экзамены. Дай бог, если в наших школах сейчас так все хорошо. Когда я училась, так не было. Мы волновались и сами как-то там уж как могли, справлялись или не справлялись с волнением и с тревогой. Вот. Ну и самое главное, чтобы родители были сами спокойны. Ну, тоже, да. Вот, и они тоже же не умеют успокаиваться, тоже тревожатся и волнуются. Хорошо, что есть такой центр, в который вот можно прийти, допустим, перед экзаменами, как раз сейчас вот такая пора, да, и вот какие-то, может быть, рекомендации, какие-то упражнения узнать, причем делать это абсолютно бесплатно. И насчет тревоги, и насчет вот волнения, родители, конечно же, все эти чувства проживают и в более раннем возрасте, с которого мы сегодня начали наш разговор, в трехлетнем возрасте ребенка. И наверняка там тоже есть у вас, как специалисты, какие-то советы для родителей, у кого такие маленькие дети. Может быть, вы тоже, Алена, сегодня поделитесь с нашими слушателями и зрителями. Ну, в первую очередь, с детьми раннего возраста нужно заниматься, как вот сказал наш слушатель, да, именно в игровой форме. Детей надо учить играть, да. Дети, как правило, они не умеют играть, и задача родителей их именно научить, как правильно играть. В нашем центре к нам записываются дети на коррекционно-развивающие занятия, да, и они посещают наши занятия именно с родителями. То есть групповые занятия, где есть дети, другие дети и родители. Это очень хорошее занятие именно для вот развития сенсорных навыков, для запуска речи, для развития мелкой моторики, мышления, логического мышления и так далее. И еще как адаптация к детскому садику идет. И во время занятий мы очень хорошо обучаем детей именно к навыкам самообслуживания. То есть дети в этом возрасте должны уже быть самостоятельными, ну, по крайней мере, стараться самостоятельно одеваться. Когда в детский сад идут. Да, одеваться, стараться раздеваться и так далее. И самое главное, нужно обучать детей именно вот к навыкам мелкой моторики, которая непосредственно связана с развитием речи. Игры с мелкой на развитие мелкой моторики в просторах интернета предостаточно. Это могут быть игры с крупами, игры с мелкими предметами, массаж рук. Да? Родители в ритуал жизни могут взять упражнение каждое утро массировать пальчики рук. То есть у ребенка ручки должны быть мягкими, теплыми, так скажем, готовыми к дальнейшим занятиям и играм и так далее. Игры должны именно проходить очень активно, то есть не только с машинками и так далее играть, да, а именно с разными предметами, где отдельно животные,
овощи, фрукты, какие-то сортеры, пирамидки, матрешки и так далее. То есть игры у нас должны быть именно развивающие в этом возрасте. И в этом возрасте ребенок именно узнает все через предмет, все через рот узнает, да, в раннем возрасте, и все через предмет. Вот, например, ручка, она пишет, колокольчик, он издает какой-то звук, да, на развитие фонематического слуха тоже идет. И задача родителей, вот как я сказала уже, правильно играть с детьми. К нам в центр могут записаться дети до 3,5 лет. Они обычно с какими жалобами, да, обращаются родители? Задержка речи, какие-то поведенческие нарушения, адаптация к детскому садику и так далее. То есть они проходят сначала диагностику. КИТР-СДИ называется у нас, компьютерная диагностика, на выявление вот именно общего уровня развития ребенка. Также они приходят на консультацию комплексную, где у нас принимает участие педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед и медицинская сестра. То есть мы комплексно обследуем ребенка, проводим диагностику, консультируем родителей. Да, некоторые... Это только по направлению от лечащего врача там, или участкового врача? Или сам может родитель? Нет, сами, сами обращаются. Они узнают от невролог нам направляет, либо от своих родственников, подруг. И на сайте нашем тоже смотрят информацию, и к нам очень многие обращаются. И бывает так, что родители, вот уставшие родители тоже бывают, которые вот именно хотят получить консультацию от специалистов, нежели... Это вообще же очень тяжелый труд вот ребенка и родить, и потом вот столько сил и внимания требуется, чтобы играть. Это же тоже все сложно очень. А если ребенок не хочет свою игрушку, например, отдавать во время игры другому ребенку, это ведь правильно? Нужно ли заставлять делиться? Это уже зависит от ребенка. Нужно спрашивать, ты хочешь поделиться игрушкой или нет? Но... Если не хочет, значит не надо. Да, да, значит не надо. А ты хочешь взять игрушку этого ребенка? Если он не дает, то это тоже правильно. Это его игрушка. То есть такие границы он должен чувствовать. У нас остается минута до конца эфира. Все ли вы сказали из того, что планировали? Может быть, какой-то вопрос я не задала? Еще наш отдел занимается проектами федеральными. Национальный проект «Современная школа», где мы именно оснащаем коррекционные, специальные коррекционные школы специальными оборудованиями. И у нас еще есть федеральный проект, называется «Формирование комплекса реабилитации-абилитации», где мы оснащаем службы ранней помощи в Республике Саха-Якутия. Спасибо вам большое за сегодняшнюю встречу и за вашу работу. Слушатели и зрители, я благодарю за внимание. И всем поменьше стрессов, ну а кризисы пережить как можно бережнее по отношению друг к другу. Всем хорошего вечера.